Деньги, власть, нищета, вопиющее неравенство. Всегда существовала элита, которая владела капиталом. Я боюсь того, что ждет нас в 21 веке, потому что знаю, что было в прошлом. В 18 веке богатые женились на богатых, а бедность была смертным приговором. Элита остается у власти еще и потому, что формирует наш образ мысли. Вернем Америке былое величие. У нас существует такой миф, мол, что хорошо для Уолл-стрит, то хорошо и для обычных людей. Но на самом деле это неправда. Люди разоряются. Эти экономические изменения порождают немногочисленный класс очень богатых людей. И крайнюю нищету. В развитых странах 2/3 населения будут жить беднее, чем их родители. Большинство людей воспринимает это как своеобразный конфликт поколений. Что стало с налогообложением? Значительные объемы средств переводятся в офшоры. Люди с деньгами крепко держатся на вершине. Это несправедливая система. Так возникает новый социальный сюжет. Люди устали от неравенства и от того, что никто не предлагает им никаких решений. Существует прямая связь между ростом фашизма и крайней бедностью. Все упирается в деньги. Если винить соседа, богаче не станешь. Неизбежна политическая и экономическая перезагрузка. В какое будущее мы попадем, зависит от нашего выбора. И это шаг к созданию нового видения.